Всем привет! Сегодня вторник, 2 июня, и мы решили поехать в Вашингтон посмотреть... Так, трясется, мне кажется, камера. Мы решили поехать в Вашингтон посмотреть, что там вообще происходит. Интересно. Сейчас попробуем что-нибудь поснимать. Вот, сейчас мы едем, въезжаем в Скибридж. Посмотрите, уже сейчас видно, как заколочены все витрины. Витрины всех магазинов от мародеров. Полиция там что-то стоит, не знаю зачем. Вроде тут еще так спокойно достаточно, но все стекла фанерами. Мне кажется, сейчас фанеры самый востребованный материал в Америке. О, смотрите, с этой стороны хорошо видно. Полиция стоит. Абсолютно не зайти, не пройти. Это самое такое туристическое место, М-стрит. Здесь всегда много людей, много туристов. Здесь очень много магазинов. Фильм выглядит угнетающе, да, как-то? Что скажешь? Нормик? Просто сплошные фанеры. Машин мало. Сегодня комендантский час 7 часов. Мы пока еще час можем ездить час тут поснимать. Пока не видим никаких митингов, так чтобы много полиции было. Висконсин тоже вся заколочена. То есть все в Джорджтаун, в ту сторону наверх тоже все забито, заколочено. Посмотрим. Спокойно он катается на велосипедах. Мы решили ехать в сторону Белого дома, но видим, что там уже перекрыты улицы, то есть на машине там уже не проехать. Вот. Тут тоже все заколочено. Тут можно посмотреть. Все банки заколотили, стекла. Ужас. Выглядит, конечно, страшно. Что дальше. Ну, по улицам люди пока ходят, но мало людей достаточно. В это время в Вашингтоне еще толпы обычно ходят, работающих людей. Ну, конечно, еще карантин не кончился в Вашингтоне. А вот все, впереди заблокировано. Стоит армейская машина и полиция. Проехать военные. Вот, то есть туда проехать нельзя, поэтому поворачиваем. Но пешком туда можно, кстати, пройти, люди ходят. Это не полиция, это уже армия. Армия, да. То есть нам в идеале бы вот в ту сторону, вот там протестующие, митингующие, видны тут толпы людей. Но нам туда не проехать, потому что все перекрыто машинами и полицией. А идти пешком мы как-то не рискуем. На каждом перекрестке вот здесь стоит армия военная. Да, то есть к Белому дому никак не подъехать, все подъезды закрыты либо полицией, либо армией. То есть нужно выходить. Кстати, там митингующие, там целые толпы стоят. Но мы сейчас туда не сможем подъехать. А идти туда желания как-то нет. Я не пойду пешком. Да, мы тут вон толпы впереди. Не знаю, видно или нет. Достаточно
достаточно плотное движение из-за того, что улицы перекрыты. Смотри, они не пускают, видишь, там туда. Только направо пускают. Налево не пускают. Но, к сожалению, это все, что нам удалось поснимать, поскольку практически весь центр перекрыт, все подъезды к Белому дому, к Капитолию, все закрыто. Поэтому на этом все. Спасибо большое за просмотр. И пока.